день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули в гости. Для тех, кто впервые у меня на канале, меня зовут Алла. Друзья мои, ну, наверное, ни для кого не секрет, что с возрастом, к сожалению, наш организм уже перестает синтезировать, вырабатывать в нужном, необходимом количестве различные микроэлементы, витамины, которые необходимы для поддержания нашего организма, а также молодости, красоты. У большинства из нас, я бы так сказала, понимаете, это связано со многими причинами. Ну, во-первых, чисто физиологические возрасты, далее это и образ жизни, это и питание, это и какие-то возможные системные заболевания, если они уже присутствуют, понимаете, и экология. И я отношусь к числу таких людей, которые восполняют дефицит вот этих вот необходимых микро-макроэлементов, витаминов путем добавления в свой рацион различных биологически активных добавок и синтезированных витаминов. Я знаю, что есть категорические противники, которые предпочитают восполнять пробел с помощью продуктов питания. Но вы знаете, у меня вот продукты питания, которые сейчас у нас представлены, да, в огромном ассортименте, но вот качество их, к сожалению, у меня вызывает большие сомнения и польза. Поэтому вот все-таки я предпочитаю использовать такой способ восполнения дефицита необходимых каких-то витаминов и микроэлементов у себя в организме. Дорогие мои, вы часто меня спрашиваете в личных сообщениях, какие добавки, какие витамины я пью на данном этапе времени. Я не могу сказать, что у меня постоянно идет какой-то вот один и тот же список одних и тех же минералов, добавок и витаминов. Значит, он разнится в зависимости, опять же, от потребностей моего организма, от времени года, да и, в общем, от много чего. Сегодня я хочу вас познакомить с одним из препаратов, которые я употребляю уже год, курсами по 2 месяца. Вот это уже пошел второй курс, второй месяц. А именно вот такой препарат коэнзим Q10. Впервые вот этот вот коэнзим Q10, который еще может иметь такое название убенихон, ну и несколько еще других. Убенихон, кстати, в переводе с греческого «вездесуще» переводится. Значит, впервые он был синтезирован в прошлом веке, в 1957 году в Америке из сердечной ткани крупного рогатого скота. И после этого начался активный процесс изучения вот этого вещества витаминоподобного. И в 1978 американский химик получил даже Нобелевскую премию за изучение вот этого коэнзима. И в 97-м даже был открыт международный центр по изучению данного вещества. Я даже читала такую информацию, что в Японии могут не взять на работу, если узнают, что человек не принимает данный препарат. Давайте разбираться, в чем же такая ценность данного препарата, данного вещества, почему так высоко оценено его изучение, да, даже вплоть до вручения Нобелевской премии. Итак, основываясь на многолетних изучениях данного вещества, убенихона, можно сказать, что это витаминоподобное такое вещество, которое, как и витамины, содержится в каждой клетке нашего организма в большей или меньшей степени в зависимости от локализации. Отвечает вот этот вот коэнзим Q10 прежде всего за образование энергии у нас, понимаете? Также отвечает он за распределение кислорода и тормозит старение. То есть является шикарным антиоксидантом и иммуномодулятором. Одним словом, это вещество остро необходимо человеческому организму. И если в молодости он синтезируется и вырабатывается у нас в достаточном количестве, то с возрастом, к сожалению, его продуцирование снижается. Опять же, под воздействием различных факторов, начиная от банального физиологического, так сказать, возрастного. И, естественно, его надо восполнять. Потому что недостаток вот этого вещества, коэнзима Q10, убенихона в организме, может привести к таким последствиям, как пародонтоз, сахарный диабет, гормональные, эндокринные нарушения, но я уже не говорю о сердечно-сосудистых нарушениях. Вот это вещество, коэнзим Q10 или убенихон, особенно необходимо людям, которые занимаются активно спортом или которые работают на тяжелой физической работе, потому что у них, естественно, запас энергии заканчивается быстрее, им необходимо восполнять и, соответственно, все это делать более оперативно. Также показан действительно жизненно необходим людям с пониженным иммунитетом, потому что употребление вот этого коэнзима Q10, оно влечет за собой повышение Т-лимфоцитов и
иммуноглобулина, которые направлены на уничтожение, на борьбу различных вирусов и бактерий. Вы понимаете, да, о чем я говорю, что сейчас это особенно актуально. Также этот препарат, в принципе, очень благотворно влияет на снижение веса, поскольку ускоряет метаболизм в нашем организме и является действительно незаменимым помощником, особенно для тех, кто сидит на диете и помогает, понимаете, быстрее достичь нужного и необходимого результата. И, конечно, это группа людей старше 40 лет, потому что именно с возрастом у нас, к сожалению, продуцирование этого вещества в организме, как я уже говорила, снижается, и его необходимо восполнять. Конечно, в зависимости от проблемы, которую надо решить в организме, дозировка вот этого коэнзима, она разнится. И вообще вот даже в результате многолетних исследований ученые пришли к выводу, что с помощью вот этого коэнзима Q10 у бенихона можно облегчить состояние человека, больного такой вообще страшной болезнью, как болезнь Паркинсона. А также можно предотвратить в целях профилактики, если употреблять коэнзим Q10, болезнь Альцгеймера. Ну, конечно, там уже речь идет совершенно о других дозировках, не о тех, которые мы употребляем в целях профилактики. Но мне бы еще хотелось, конечно, отметить воздействие коэнзима Q10 на состояние нашей кожи. Он прекрасно справляется с воздействием свободных радикалов, что не дает нашей коже так быстро стареть, обвисать и прочие какие-то негативные вот эти вот моменты проявлять. И работает он прекрасно как снаружи, так и снутри. Наверняка вы слышали о различных кремах, лосьонах, шампунях, в состав которых входит вот это чудесное вещество. Но если говорить о наружном применении, вы знаете, наверное, все-таки здесь вопрос спорный. Я вообще отношусь к этому очень скептически, ко всем различным вот этим вот косметическим продуктам, в состав которых входят различные, не знаю, там гиалуронная кислота, коллаген, коэнзим Q10. Мне кажется, все-таки он, если даже и работает, то совсем-совсем на поверхности кожи не оказывает должного, нужного, понимаете, вот эффекта. Все-таки прием вовнутрь, мне кажется, более надежный вариант для того, чтобы немножко поддержать свою молодость и красоту. Теперь буквально пару слов именно о своих ощущениях после приема этого препарата, поскольку принимаю я, как я уже сказала, его второй курс, и, наверное, я уже имею некоторые, так сказать, умозаключения и какие-то наблюдения я уже сделала. Возможно, кому-то из вас будет это полезно. Значит, что я хочу сказать? Прежде всего, конечно, я почувствовала прилив энергии. То есть это наступает уже практически сразу, после, наверное, первой недели приема этого препарата. Хотя, естественно, я пью усредненный вариант 30 мг здесь в коэнзим Q10. Ну, раньше я пила у бенихон финский. К сожалению, сейчас все закрыто, я не могу его приобрести. Но вот Доппельгерц, кстати, я тоже очень доверяю этой фирме. У меня много и БАДов, и витаминов от них, и они все работают. Так вот, даже несмотря на то, что такая низкая дозировка, хотя на самом деле среднестатистическому человеку, обычному, ни спортсмену, ни физически где-то задействованному на тяжелом физическом труде, не больному, ослабленному, а именно обычному здоровому человеку, как ну вот мы все с вами, достаточно дозировка 30-50 мг в день. Так вот, собственно, вот здесь 30 мг. И этого хватает, я вам хочу сказать. Я еще раз повторюсь, после уже первой недели использования ощущается прилив энергии, сил, жизненный тонус. То есть особенно это заметно сейчас, по весне, после зимы, когда действительно вот какая-то апатия, мышечная слабость. Вот вроде бы уже и спишь нужное количество часов, и правильно засыпаешь, и просыпаешься вроде бы первые минуты нормально, потом проходит какое-то время, и опять вот это чувство усталости бесконечной. Так вот, после приема коэнзима Q10 вот эти все негативные моменты, они пропадают, понимаете, просто чудесным образом. Высвобождается какая-то энергия, хочется что-то делать, понимаете, не устаешь так, как устаешь, допустим, без приема вот этого препарата. Он имеет накопительный эффект, поэтому, еще раз говорю, достаточно пропивать его курсами, и потом какое-то время эффект еще держится. Далее, второе, что я заметила, это по поводу давления. Я вот хочу сказать, что он является действительно хорошим регулятором артериального давления.
Конечно, если вы совсем такой тяжелый гипертоник, наверное, стоит проконсультироваться с врачом, или у вас какие-то очень серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Здесь, наверное, без консультации врача лучше не обходиться. Наверное, все-таки спросить надо. Вот. Но у меня, опять же, в силу гормональных перестроек различных возрастных в организме, бывали такие периоды, когда, ну не то чтобы сильно, но бывали какие-то такие легкие скачки артериального давления. Так вот, этот препарат, он прекрасно его регулирует, то есть держит на каком-то стабильном уровне. Вот это я тоже заметила. Следующий момент, который я хочу отметить, наряду с приливом энергии ушла мышечная слабость, которая у меня тоже периодически возникала. Вот даже просто утром встаешь, хочется сделать какую-то зарядку, просто руки не поднять, не присесть, просто вот все это делаешь через силу. Когда начинаешь употреблять вот этот препарат, все по-другому идет, вы понимаете? Все происходит как-то вот с легкостью, совершенно не напряжно для организма. В общем, я очень довольна. По поводу состояния кожи. Что я хочу сказать? Конечно, я не могу сказать вам, что прям все морщины куда-то ушли там, но мне кажется, он помогает поддерживать все-таки в том состоянии мою кожу, в котором она находится. То есть какие-то новые нежелательные моменты на ней не появляются. И что самое главное, если даже есть какие-то у вас склонности к воспалениям на коже, так вот на период приема вот этого коэнзима Q10 они вас не побеспокоят. Лично вот я проверила. У меня бывают периодически высыпания, 1-2 прыщичка. Так вот, когда я пью коэнзим Q10, у меня этих неприятностей вообще нет. И по поводу волос тоже я хочу сказать, что я обратила внимание, они перестали у меня, они стали меньше выпадать у меня вот именно с началом приема вот этого коэнзима Q10. То есть благотворное влияние и на кожу, и на волосы тоже я могу отметить. Ну и плюс ко всему общий эмоциональный фон. Я не знаю, как он работает, понимаете, в этом направлении, но я чувствую, что гораздо спокойнее, гораздо оптимистичнее, гораздо как-то все проще, понимаете, и нет склонности к унынию, к тоске. И вот сейчас, я считаю, вот в данный период времени, да, тяжелый для нас, для всех, это незаменимый помощник. Так что, дорогие мои, я ни в коем случае не рекламирую этот препарат и не призываю вас всех бежать тут же его и покупать, и начинать принимать. Нет. Я просто вас ознакомила с ним, ну, потому что, во-первых, вы спрашивали, какие биодобавки я пью. Так вот, одна из них – это вот именно коэнзим Q10. Вот. Ну, а во-вторых, я просто вам объяснила, почему я его принимаю и какие результаты лично я на себе увидела. Так что, может быть, вы тоже заинтересуетесь, посмотрите, почитаете более внимательно, может быть, проконсультируйтесь с врачом. Конечно, никто не отменяет какой-то индивидуальной непереносимости. Если вы тяжело больны, не дай бог, да, у вас какие-то серьезные заболевания, конечно, надо проконсультироваться с врачом. Но если вы относительно здоровый человек, старше 40 лет, особенно если вы женщина, да, то я рекомендую попробовать в целях профилактики пропить вот курсом вот препаратик такой под названием коэнзим Q10. Я уверена, что то вы останетесь довольны. Ну, все, мои дорогие, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной и что посмотрели. Прощаюсь, но ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.